Я решила сегодня заняться домашними заготовками, и очень даже не кстати, потому что у нас по всей Украине объявлено предупреждение. Вылетели ракеты. Обычно у нас о том, что будет обстрел, будут шахиды летать, будут ракеты выпускать на нас с российской территории. Обычно у нас об этом сообщается заранее. Есть у нас такая женщина, она заместитель министра обороны, Анна Малер, и она всегда примерно за сутки, обычно, она предупреждает, что ракетоносители вышли в Черное море российские. Значит, на завтра ждите обстрел. Сегодня уже вся Украина с утра красная. В Харьковской области уже есть первая жертва, 2 детей там, 7 человек. В общем-то, целятся, как всегда, в объекты инфраструктуры, но попадают в жилые дома и убивают во все людей. Я уже вчера купила половину большой тыквы, почистила ее и хочу сейчас порезать и положить вот такие вот кулечки. Я заказала себе вот их на Икее, их 30 штук, стоят они 75 гривен, это примерно 2 доллара. Сюда входит литр. Мне очень нравятся Икея все эти кулечки, и я хочу заморозить часть тыквы. А часть тыквы буду сегодня использовать. Но у нас нет сейчас ни света, ни воды, ни настроения. Но раз я уже приготовила это все, то надо же его заканчивать как-то, наводить дома. Вообще у меня на сегодня много планов. Я планирую сделать дыруны. И вообще хотела убрать. Но раз нет воды и нет света, то, конечно, не получится. У нас в последнее время свет все время был. Мы уже так распустились, как будто бы все в мирное время, и вода была постоянно, поэтому не приходилось обижаться. Я сейчас оказалась не готова. Но у меня всегда есть запас воды, поэтому я не очень переживаю. Газовый баллон. Буду сейчас все готовить, а может быть, даду свет, и все наладится. Но обычно, когда обстрелы у нас, то и объявлена воздушная тревога, то у нас ничего не работает, и сразу выключают и воду, и электричество. Поэтому, как только закончатся обстрелы, у нас все это появится. Нужно будет продолжать готовить, кушать. Так, ну, я вот так вот кулечки тыкву. Очень удобно. Когда надо, взял из морозильника, достал, уже все готово, не надо ее чистить, тыкву трудно чистить, я не люблю. Но эта тыква такая довольно-таки с мягкой шкуркой была, я ее быстренько почистила. И она на вкус хорошая, надо всегда пробовать тыкву, когда покупаешь. У нас тыква недорогая, можно покупать. Вот я уплатила за 2 килограмма тыквы 40 гривен, это получается 1 доллар. 2 килограмма. Мне нравятся икеевские пакеты. Они очень легко закрываются и легко открываются. Заказывала я их через интернет. У нас Икея уехала из магазина. На время войны она закрыта. Ну и правильно, при бомбежке разве можно сохранить какой-то товар? Вот они все и вывезли и закрылись пока что. Кот пришел с улицы и хочет залезть ко мне на руки. Я вижу. Он сидит, требует. Не хочет, видите, как сниматься. Мордочка. Пуша, смотри на меня. Читала сегодня в интернете, что культурный котик отвечает, когда его зовут. Пуша. Ну, видишь, какой ты молодец. У тебя грязные лапки, поэтому не надо ко мне на руки. Пуша. Ну, не надо же на руки, Пушонь. Что это у тебя тут такое? Повернись. Повернись, говорю. Мой боже ты мой. Что это за кот такой? Смотрите, какой он недовольный. Уши. Отклоняет даже свои уши. Пушонь. На ручки нельзя. Нельзя на ручки. Потому что ты грязнюха. У меня сегодня на обед дыруны.
картошки начистила немножко, потому что даруны — это такая еда, сколько бы вы их ни нажарили, вы все их съедите. Знаешь, не хочу есть так много жареного. Я очень редко что-то жарю, но иногда нужно, хочется. Здесь у меня 4 картошки и большая луковица. Сейчас я буду все это на комбайне перетирать на мелкую терку. У меня есть такой комбайн, ему 100 лет в обед. Уже тут провод прохудился. Но я не могу его сменить, потому что я к нему привыкла. Здесь насадочки. Выбираем разные насадки. Этой капусты очень хорошо шинковать. Вот этой греки. Ну, а мелкую терку используем для картошки. Здесь есть вот такая вот взбивалочка. Я ей не пользуюсь, потому что что-то она мне не взбивает греки как надо. Так, одеваем и поехали быстро и очень удобно. Ура, успела. В любой момент могут выключить свет, поэтому ты никогда не знаешь, когда твое блюдо будет приготовлено. И будет ли оно приготовлено вообще в ближайшее время. Вы в комментариях спрашиваете по поводу интернета. У нас есть интернет. Мы купили специальные провода, присоединяем их к аккумулятору от машины. Ну и пользуемся интернетом. А можно пользоваться повербанком. Но от аккумулятора лучше. На дольше хватает. Мы же все равно сейчас никуда практически не ездим. Вот получается вот такая масса. Теперь добавляем сюда соль, перец, яичко. И муку. Ну, я на это количество, здесь где-то примерно у меня полкило всего вместе, я добавляю сюда 3 столовые ложки муки. Хорошенько размешиваем и будем жарить. Сегодня буду жарить на смальце. Это считается самой хороший жир. Так, ну вот такие даруны у меня получились. И сейчас мы к ним будем делать соус. Для соуса немножечко сметаны возьмем. Кетчуп, можно лагерный, у меня чили. Сейчас полезно все с перцем есть, потому что зима, много инфекции. Хотя какая у нас инфекция, мы же тут почти никуда не ходим. Ну и чесночок. Мы любим чеснок, и у меня всегда в арсенале есть начищенный чесночок. Не забудем поперчить. Какая-то хорошая перечница, мне ее невестка подарила. И немножко присолим. Размешаем, и можно пробовать даруны или драники, ну назовите как хотите, но это очень вкусно. Так, берем дарунчик, намазываем соусом. И больше ничего не расскажу вам.
Надо только пробовать.